В этом видео я хочу показать вам график биткоина, который вас шокирует. Я гарантирую, что о нем мало кто знает, но еще меньше о нем говорят. Я расскажу вам о нем и о том, что он значит. В последние несколько месяцев меня часто спрашивают: «Олесио, почему ты настроен по медвежьи к биткоину? Почему ты постоянно говорил, что биткоин упадет до 7-8 тысяч долларов?» В этом видео я поделюсь с вами одним ключевым секретом, о котором практически никто не знает, даже несмотря на то, что он у всех на виду. И вот что я собираюсь сделать. Открыть график и переключиться в настройках с графика свечей, которые всегда отображаются по умолчанию, на то, что называется line break, или же линейный прорыв. Этот график показывает нам совокупность различных компьютерных математических вычислений. Я объясню, что это подробнее в конце видео. На первый взгляд он выглядит как свечи, но на самом деле это далеко не то же самое, что и свечи. Так почему же график именно в таком виде столь важен, и почему он говорит о том, что мы пойдем еще ниже? Посмотрите на это. Когда я увидел это несколько месяцев назад в августе, я был в шоке. Я сразу же сделал скриншот, который вы видите. И когда я увидел эту картину на графике линейного прорыва, я сильно обеспокоился. Еще раз напоминаю, то, о чем я делюсь с вами в этом видео, мало кому известно. Графики линейных прорывов почти никто не использует, но за ними обязательно нужно наблюдать, потому что они очень полезные. Я пользуюсь им уже 7 лет. Итак, почему же это важно? Вот что произошло весной-летом с биткоином. Мы видели параболический рост. И вот что произошло на графике линейного прорыва. Биткоин имел значительный откат, аж до 21-дневной скользящей. Вот здесь мы это видим, просадка до скользящей на графике линейного прорыва. Далее был отскок. А затем, посмотрите, что случилось. После того, как мы отскочили от скользящей, график вернулся ниже нее. Вот почему я тогда сделал этот скриншот, потому что это меня очень сильно взволновало. И вы резонно можете спросить, а почему? Потому что такое уже происходило. Посмотрите сюда, это было в 2017-2018 годах. Вот что произошло, когда масштабный пузырь биткоина лопнул в 2017 году. Посмотрите, параболический рост биткоина. Затем график линейного прорыва упал до среднескользящей, отскочил, а после ушел ниже среднескользящей. Выглядит практически так же. Без сомнений, то, что вы видите в 2017-2018, практически идентично тому, что я наблюдал в августе этого года. Когда я это заметил, я сказал: «Воу, подержите мое пиво, это действительно интересно». Посмотрите, что случилось в 2017-2018. Когда это происходило, все думали: ну это обычный откат, которых мы наблюдали множество в 2017 году и которые не особо делают погоды. Как мы видим, их реально было много. Все откаты уходили к 21-дневной скользящей, после чего происходили отскоки. Но вот этот откат был интересен из-за одной важной причины. Потому что, во-первых, перед ним мы видели нереально огромную эйфорию и экстремально бычий настрой толпы. Все влетали в биткоин. Массивный параболический рост вплоть до 20 тысяч долларов, а затем откат, когда все запаниковали, после чего был отскок. И что интересно, после этого биткоин ушел ниже 21-дневной скользящей. Ребята, важно не то, что биткоин снова отскочил, он это делал множество раз, а то, что после этого он ушел ниже скользящей всего лишь спустя несколько прямоугольников. Именно на этот паттерн и нужно обратить свое внимание. Бум, крах, отскок, а затем уход еще ниже. А далее, после этого паттерна, цена продолжила падать ниже, чтобы сформировать где-то внизу базу для дальнейшего роста. Давайте покажу вам еще один такой пример. Это массивный параболический рост в 2013 году. Точно такая же картина. Эйфорический рост и невероятно бычье настроение толпы. Затем откат до 21-дневной скользящей. Отскок, и потом цена снова ушла ниже скользящей. Причина, почему этот паттерн может быть полезен, заключается не в этом падении, а в том, что происходит после отскока. Именно в том, куда цена пойдет во второй раз после всех событий, играет роль. Кстати, заметить нужно и то, что даже отскоки обратно к скользящей после этого заканчивались продолжением падения, то есть скользящая превращалась в сопротивление. Я думаю, что это ошеломляющий паттерн. Когда я увидел, что он начинает отрисовываться в августе этого года, я был на 80% убежден, что биткоин упадет ниже.
же. Откройте график линейного прорыва сами и сравните то, что я видел в августе этого года, и то, что было в 17-18 годах. Выглядит очень похоже. Давайте посмотрим, что происходит теперь с графиком линейного прорыва биткоина. Кстати, это все дневной график, если вам интересно. На данный момент мы находимся ниже 21-дневной скользящей. Теперь вспомните паттерн. Мы откатились, затем был отскок, и во второй раз график ушел ниже 21-дневной скользящей. Это значит, что если сейчас мы увидим зеленый бар и отскок вверх, то эта скользящая станет сопротивлением. На данный момент это уровень $9561. Теперь, если вы хотите знать чуть больше о том, что такое график линейного прорыва, я оставлю ссылку в описании на большую статью, где вы можете все прочесть. График линейного прорыва, или line break, визуально отображается как совокупность вертикально расположенных прямоугольников, построение которых базируется на ценах закрытия актива. Такой график визуально похож на график японских свечей, у которых отсутствуют верхние и нижние вертикальные линии, ну то есть тени. Одним из важных нюансов при изучении этого графика является его построение. Line break не отображает временные принципы. Так, новая свеча на графике формируется тогда, когда цена закрытия пересекает максимальный или минимальный ценовой уровень предыдущих свечей. Важно, если на графике идут три последовательных свечи, окрашенных в один цвет, разворотная свеча сформируется после того, как произойдет прорыв этих свечей. Так что, ребята, это очень интересный график, и мы вполне еще можем наблюдать больше красных баров в перспективе. То, чем я с вами поделился в этом видео, мало кому известно. Надеюсь, что идеи, которые я высказал в этом видео, взорвали ваш мозг в позитивном смысле слова. Если это видео было вам интересно, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо, ребята, за просмотр, и скоро увидимся. Богатейте!